13 ноября в администрации города прошло очередное заседание общественного совета Десногорск. Совещание проходило в расширенном составе. Присутствовали глава города Андрей Шубин, руководитель медсанчасти 135, представители общественных организаций, военно-патриотических клубов, ветераны СС и представители общественной палаты Смоленской области. На повестке дня стояло 4 вопроса. Первым заслушали доклад начальника МСЧ 135 Алексея Азаренкова о реализации дорожной карты развития медико-санитарной части на 2 года. Вторым вопросом утвердили акт общественной проверки качества оказания услуг МУП ККП и службы благоустройства. Третьим вопросом утвердили шаблон анкеты общественной проверки потери качества обеспечения услуг в детских дошкольных учреждениях. И в окончании совещания рассмотрели обращение граждан.